Всем привет, с вами Виктория, добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовлю десерт с мандаринами. Праздничный десерт без выпечки готовится буквально за 10 минут и получается очень вкусный. Такой десерт отлично украсит ваш праздничный стол. 200 грамм сладкого печенья перекладываю в чашу блендера и перемалываю в крошку. Если у вас нет блендера, то можно это сделать с помощью скалки, положив печенье в пакет, либо просто раскрошить печенье руками. Я делаю два варианта – и с крошкой, и просто с небольшими кусочками. 5 мандаринов очищаю от кожуры и разделяю на дольки. Каждую дольку мандарина разрезаю на несколько кусочков. При необходимости удаляем зернышки. Я советую брать мандарины с расчетом 1 мандарин на 1 порцию десерта. Приготовлю сироп. Для этого смешиваю 2 столовые ложки сахара с 50 мл воды и добавляю 2 столовые ложки сока лимона. Все хорошо перемешиваю, чтобы сахар растворился. Добавляю сахарно-лимонный сироп, буквально 5 столовых ложек, в нарезанные мандарины и все хорошо перемешиваю. Это нужно для того, чтобы десерт не получился горьким и мандарины пустят свой сок и получится очень вкусно. И теперь приготовлю крем для десерта. Для этого 400 мл сливок смешиваю с 3 столовыми ложками сахарной пудры. Сначала немного перемешиваю ложкой и затем взбиваю миксером до загустения. У меня этот процесс обычно занимает 5-6 минут. Сливки должны быть очень холодными и минимум 30% жирности. И теперь собираем наш десерт. Для этого можно воспользоваться креманками, стаканами, бокалами. Сначала выкладываю измельченное печенье. Сверху выкладываю слой взбитых с сахаром сливок и слой мандаринов в сиропе. И продолжаю таким же методом: слой печенья, слой сливок и слой мандаринов. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 6 порций. Каждая порция примерно по 200 мл. Полное количество ингредиентов вы найдете в описании под видео. Десерт отправляем в холодильник минимум на 30 минут. Но если у вас совсем нет времени, то его можно сразу подать к столу. Украсить десерт с мандаринами можно стружкой шоколада, измельченным печеньем, дольками мандаринов или листиками мяты. Делайте все на свой вкус. Я украсила просто листиками мяты. Если вам понравился такой десерт, ставьте лайки, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые рецепты. А я всем желаю приятного аппетита, прекрасных вам праздников и праздничных столов. И до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория. Пока-пока!